Здравствуйте, с вами Пыхтин Сергей Владимирович и профессиональный риэлтор из Чехии, генеральный директор строительной и риэлторской компании Виктор Змеевский. В данном видеорепортаже мы будем говорить на тему о казино в Чехии, приобретение казино в Чехии. Для тех, кто хотел бы вложить свои деньги в этот вид бизнеса, в Чехии имеются широкие перспективы. На сегодняшний день игорная деятельность в Чехии, в частности казино, легализована, и иностранец, в частности россиянин, может стать владельцем казино. Виктор, расскажите, пожалуйста, есть ли в настоящее время предложения казино в Чехии на продажу, которые смогли бы приобрести, например, российские инвесторы? Сегодня, когда этот рынок в Чехии получил серьезное развитие и в различных регионах, появилось такое настойчивое внимание и интерес у граждан СНГ и, в частности, России. К нам часто обращаются с просьбами проследить возможность подобрать какой-то объект в том или ином регионе, выяснить все ситуации с возможностью получения лицензий и так далее. Скажу прямо, что мы не занимаемся специально бизнесом, связанным с получением лицензий, но мы имеем ряд заявок от чешских владельцев к продаже этих объектов. А где в основном располагаются эти объекты? В Праге или в каких-то иных городах? Достаточно много казино по всей Чехии. Это и центр, это и Прага, и Брно. Любой фактически большой город имеет возможность и имеет свои казино. А кроме того, это и осуществляется в небольших городах, приграничных с Австрией и с Германией. А как в целом можно охарактеризовать казино? Или точнее, как бы вы могли рассказать об основных характеристиках казино в Чехии? Что это?